Всем огромный привет! Сегодня готовим сочные, ароматные и нежные шампиньоны. Такая простая, но очень вкусная закуска отлично дополнит любое застолье. Приготовим соус. Смешиваем 3 столовые ложки майонеза, столовую ложку зерненой горчицы, черный молотый перец и соевый соус и несколько зубчиков чеснока. По желанию можно добавить соль. Теперь складываем сюда грибочки и хорошо перемешиваем. Заранее грибы хорошо моем и сушим. Шампиньоны должны быть полностью в соусе. Подготовленные грибы перекладываем в форму для запекания. А теперь полукольцами нарежем репчатый лук. Нарезанный лук кладем сверху на грибы. Теперь все это сбрызнем оливковым маслом, прикрываем форму фольгой и отправляем в хорошо разогретую духовку. Запекаем грибочки 20 минут, температура 180 градусов. Готовые грибы остужаем, посыпаем сверху зеленью и подаем к столу. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием и до встречи в комментариях.